Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу вам дом Франклина с GTA 5 Minecraft Pocket Edition. Вот такой он, очень большой дом. Давайте его рассмотрим. Ну вот, вот так рассмотрим. Давайте спустимся на первый этаж. Там что-то внутри получается, если там черное. Здесь есть тортик такой, наполовину откусанный. Дерево. Ну, знаете, дом уже выглядит не больно красиво. Спереди он более такой красивый. Так, это уже мы поднимаемся потихоньку, получается, на второй этаж. Ну, давайте зайдем в первую дверь. Ну, это у нас получается какой-то типа сарая, наверное, да? Ничего тут нет, полки. Да, ну, это, наверное, сарай. Так, ну что тут? Давайте зайдем вообще в сам домик. Так, почему-то я прыгаю на эти стекла. Так, пока вход я еще не вижу. А, ну вот, он здесь вот. Все, заходим. Здесь у нас получается плита, кухонный столик, наверное. Здесь еще одни столики. Здесь уже столик такой более красивый, со стульчиками. Возможно, на нем сидеть. Вот, давайте я включу такой вид. Вот. Так, надо спуститься. Вот мы сидим, отдыхаем. В алмазной броне. Так, идем дальше. Что тут у нас? Опять баганые тортики. Здесь уже получается выход на назад, на задний фон. Там у меня не прогрузка чаемков получается. Здесь опять вход туда выходим мы уже. Давайте зайдем обратно в домик. Так, рассмотрим его еще. Что тут? Ну, смотрите, тут больше получается нечего. Домик, портированная карта с ПК, так что могут быть баги и недочеты. Вот, здесь тоже мы можем сидеть спокойно. Вот, значит, что еще. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.